Москва, 8 Сен, Эрспорт. Новокузнецкий «Металлург» потерпел поражение от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, КХЛ. Встреча, прошедшая во вторник в Новокузнецке, завершилась со счетом 4-1-1-1-0-0-3-0 в пользу гостей. В составе «Динамо» шайбы забросили Микс Индрашис на 16-й минуте, Генес Мия, 42, Тим Систита, 48, и Микелис Ридлихс, 53. У «Металлурга» отличился Максим Казаков, 9. В следующем матче «Металлург» 10 сентября примет финский «Йокерит», «Динамо» в этот же день сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».